Но дорога-то вся одинаковая, по сути. Я ничего не понимаю, почему именно этот кусок сделали, а все остальное не сделали. Вдоль на Евпатория. Дорога тоже будет ремонтироваться, но я сегодня, к сожалению, по ней проехать не могу. Какая грустная, печальная картина. Тут даже добавить нечего. Какой у нас слой асфальта? Видите, асфальтобетонной смеси. Вот такой вот у нас слой. 5 сантиметров. Это один слой. И будет еще второй, наверное, скорее всего. Все странно поделено. Вот как бы еду по трассе. Просто еду по трассе. Ни село, ничего такого. И тут бац, вот сразу дорожные работы. Черноморская воинка. Опять висит щит. Такой же самый, как и с той стороны, с Черноморского. Центрдорстрой почему-то делает вот до этого участка. Ну и там не так уж и далеко, по-моему, километр всего тут дорога будет идти. Но дорога-то вся одинаковая, по сути. Я ничего не понимаю, почему именно этот кусок сделали, а все остальное не сделали. В общем, ребят, напишите мне, я что-то не понимаю, почему так вот разделились они. Походу, вадовцы будут остальное делать, я так думаю, скорее всего. В общем, вот так вот это все выглядит.
Ну так сегодня выглядит канал. Репортаж из Западного Крыма. Место, в котором нахожусь, Раздольное. Комитет по водному хозяйству мелиорации Республики Крым, Раздольнинский филиал ГБУ Крыммелиоводхоз. Какая грустная, печальная картина. Тут даже добавить нечего. На периферии еще жиги носятся как сумасшедшие. Ребят, ну что, я вот сейчас в Раздольном нахожусь, тоже здесь висит щит, Раздольная Евпатория. Дорога тоже будет ремонтироваться, но я сегодня, к сожалению, по ней проехать не могу. Я доехал из Черноморского до Раздольного, как вы видели, большая часть еще не ремонтируется. Но вот, кстати, с Раздольного на Евпаторию обещают ремонт начать с 15.04, а закончится он 30.06. То есть здесь дорога тоже будет в ближайшее время новая. Подрядчик, конечно же, ват. Поэтому, ребят, сейчас из Раздольного, как бы, вот начнется тоже ремонт и дорог. Тем не менее, я вам хочу сказать, что знаки уже расставили. Я немножко все-таки проскочу в этом направлении. А, нет, ребят, я неправильно увидел. Это просто знаки, обычные знаки, никаких ремонтных знаков здесь не стоит. В общем, это вам кусочек Раздольного немножечко. Так получилось, что я это подснял. Так, а я, наверное, вот здесь вот развернусь. Тут такой небольшой парк. Я люблю Раздольную. Молодежь сидит. Те, кто меня сильно просил показать дорогу на Раздольное, вот наконец-таки я вам это, как и обещал, показываю. Так что, ребята, как бы вот такая дорожка здесь сегодня. Местные джигиты здесь гоняют. Лихо, конечно, гоняют. Всем любителям Раздольного посвящается. Кстати, здесь очень тепло. В Черноморском намного холоднее, ветер сильный. Яркая остановка. С ума сойти. Кстати, есть расписание, посмотрите. Все как положено. Если кому надо, ставьте на паузу. Что, друзья, с вами был Роман. Спасибо, что смотрели. Всем удачи, всем пока-пока. Если не подписался, подпишись обязательно.